Вот видите, я сижу и ничего не делаю. И вы уже встаете с дивана и уходите из комнаты. Погодите, прямо сейчас то же самое. Сидеть и ничего не делать будут герои рубрики «Пристроим вместе». Но вы, в отличие от первого случая, сядете на диван, заулыбаетесь и, возможно, запишите телефон с экрана телевизора. Рубрика «Пристроим вместе». Ищем хозяев очаровашкам. Пес-мальчик. Породистый, сообразительный, послушный. Мы нашли его улица Мопра и Володарского. Собака несколько дней там бегала. Ну, он хороший мальчик, в хорошей физической форме. Возраст примерно год-полтора. Очень любит кушать, очень любит играть. Ну, мы думаем, что это амстаф. Собака на данный момент живет в холодном помещении, а такая собака должна жить, конечно же, в тепле. Поэтому, если кто-то и будет его брать, то есть хочет усыновить такого малыша хорошего, то его нужно взять обязательно в квартиру, потому что он не может жить на улице. Так как старый хозяин его не ищет, значит, получается, что мы ищем нового хозяина для него. Если вы хотите стать любящим хозяином для мальчика, звоните по номеру 8 912 822 82 90.